Здравствуйте, это канал Максимадзе, и это снова модный летсплей по Майнкрафту с Андреем. Короче, сегодня я... Поздоровайся, кстати, я сегодня... Здравствуйте. Собираюсь отправиться в еловый лес. Опять? И нарубить еще ели. Там. Потому что мне надо... Мне еще еловых досок надо. А мне вот, блин, надо осветить как-то склад. А как, я не знаю. Еще тут, кстати, пещерка есть. Надо будет сходить, но... О, ничего себе, тут лед даже есть. Лед. Да. Хотя у меня есть идея, как можно сделать подсвечники красивые. Правда? Я сделаю подсвечники. Да блин, а, надо же на... Вот так. И вот так. Да блин. Туда, оба, красота. Кирбик скоро лопате придет. Ой, я топору. Топоры. Ой, еще, вот еще пещерка есть. Надо пещерка. Будет, короче, сходить туда будет. Подсвечник. Ставим еще один подсвечник. Ладно, думаю, пока хватит. Вот. Возвращаемся домой. Home. Оп. Оп. Мне здесь... кажется, надо будет, надо убрать этот саженец. Темный дуб тут не растет. Ну, блин, ну подумай. О, кости. Кости. Костяную муку можно сделать. Я 6 штучек, короче, стяпал. Это уже круто. Нет, здесь я вот такие просто. Во, сколько так, у меня? Надо 4 одно железо. Опять у меня саженец на крыше. Оба, походу осень начинается. У меня есть плохая новость для тебя. Похоже на то, кстати, да. Что-то все деревья стали желтеть, по-моему. Ну, у меня два с половиной стака, а три с половиной стака всего лишь этого камня и кирпича есть. Так, мне надо лопату, по сути. Чтобы скрафтить, мне нужен. Вот так. Так, сделаем еще сундук один. Вот, все, великолепно. Так, где я буду селиться, вопрос. Там карьер, здесь я дом планирую строить. Вот здесь вот я буду дом ставить себе большой. Получается, вот от склада еще надо отступить немного. Вот. Как-то вот отступить так по диагонали как-то. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Теперь должно хватить. Сейчас без какого-либо математического расчета буду делать дом. Без математического расчета это не очень хорошо. А я не знаю, какой он форм у меня может даже получиться, на самом деле. Хотя нет, я даже знаю. Ладно. Я его хочу просто сделать прямоугольным. Даже многовато я немного сделал. Полублоков еще надо мне. Да ладно, фиг с ним, вот так же это будет. Пойдет, пойдет. Вот так. Так, полублоки есть.
Как думаешь, нормальный домик будет или маленький? Я пока не вижу сейчас. Ой, слушай, надо зайти в Телеграм, там есть один канал интересный, с которого я постройки беру. Надо будет оттуда сейчас какую-нибудь постройку посмотреть, может построить что-нибудь себе. Да нет, не такой уж и маленький вроде, из того, что я смотрю. Отсюда. С пристроечкой сделаю его лучше, наверное, да? Да, он пойдет с пристроечкой мне пойти. Хотя я не знаю, на какой пень мне большущий дом нужен. Но все-таки. Так, придется, короче, убрать вот это дело. Без двери будет. И ступеньки вот тоже придется перепланировку делать. Зато земля теперь появилась, можно землей воспользоваться этой всей. А здесь я построю теплицу нашу. Топор на исходе уже этот. Камни, если что, принесешь, ладно? А, камни надо будет накопать. Классно. Земля так быстро заканчивается у нас. Под лестницей что-то сделать можно будет. Наверное, зря я блоки сюда пока ставлю. Так, где этот канал? Не такой, это... Вау, шикарный дом, мне нравится. Так, сейчас посмотрим. Блин, это на новых версиях же их стоит. Ну, выглядит очень классно. А, это ты смотришь что-то в Телеграме сейчас? Я думал, ты строишь. Да. Ну, там, правда, они для крыши используют какой-то темный блок, я не знаю, как он называется. Но в новых версиях просто, блин, не помню. Как он называется на самом деле. Ну, выглядит очень классно, мне нравится. Вот так. Опять кончилась земля. Последний стак земли остался. Ты не поверишь вообще. Эта земля у нас здесь в этом мире полным-полно. Так, еле... Похоже, опять не хватает мне. Ты там что из ели строишь столько? Пол. Фига. Топор на исходе уже на самом у меня. Топор у него на исходе, смотрите. Железный, надо будет еще железку взять и сделать новый топор. Так, все, еле кончилось. Факела мне нужны. Так, неинтересная постройка. Тоже неинтересный. Вау! Вот это жесть! Вообще очень классно. Но я, к сожалению, такое не смогу строить. А, только темный дуб есть. Что тут у тебя плавится? А, камень обожженный ты делаешь. Камень мой не трогай, пожалуйста. Да. Так. Блин, булыжника надо побольше мне, если что. У тебя булыжника нет случайно? Не, нету. Жалко. А, нет, он у меня и... Я тебе же весь булыжник отдал. Жалко. Который я собрал. Так, давай спать, потому что ночь уже опять не спила. Да. Так, я уже сплю. Сейчас. Блин, не люблю такой дом, не пора.
Тоже не пойдет. Нет. Нет. Слишком красиво. Слишком красиво, что не можешь себе такое позволить, да? Слишком красиво, что я не могу его в принципе не построить. Тоже не хочу. Вообще фигня. Блин, вот это вообще сасно. Я тебе сейчас сам скину этот паблик. Сейчас вот, смотри в телеге. Какой красивый домик. Так. Обалдеть. Не, да ты что, не. Если не забуду, то скину. Все, ровно хватило топорика на то, чтобы это срубить. Хотя нет, я хотел крышу из полублоков же сделать, из каменных. Так. Слушай, поищи, пожалуйста, булыжника побольше, а. Я хотел бы за елью сейчас сходить. Так, тогда железочка. Меня возьмешь, ладно, слушаю. Железка есть, мне надо сделать топорик. А, нет, сначала палки. Так, железка обратно к тебе. Не, пополам. Я 10 штучек себе возьму. А 10 тебе тут оставлю. Я на карьер вообще-то, блин, коплю. Так-то начнем с этого. Ну, и железо-то я добывал. Это. И, кстати, надо будет еще по пещерам походить. Так, это, сейчас я с тобой хочу сходить. Поискать алмазики. Меня обожди. В пещеру, что ли, ты имеешь в виду? Да. Ну, отлично. Мне надо будет угля себе набрать. Я, кстати, уголь вообще скоро кончится. Блин, топор кончился. Я только что сделал топорик синовый. У меня два осталось. Так, я в еловый лес пока телепортируюсь. Тут как раз две пещерки есть. Пока ладно, ты там, пока будет. Ты там что-то делаешь, я порублю еще ели. Ладно, я пока. Ладно, золото бегу еще трогать не буду. Золото бегающее. Видишь, как назвал, а? Да, и здесь, похоже, осень наступает. А я про что? Тут деревья оранжевые многие уже стали. Два тыквенных паука на карте я вижу. Так, я сейчас максимально разгружу свой инвентарь. А. Чтобы было мне место. Вот этим чуваком я стану, в общем. Ну все, сейчас я к тебе. Ура, корова! Курицы. Да блин. Я думаю, маловато, надо еще нарубить. А, это два тыквенных паука, к ним лучше не приближаться. Уф, я их не боюсь. Два тыквенных паука прям передо мной здесь. Да тут, ты... тут две а тыквы лежат, сюда. Это пауки. Что это за звук такой? Опа! Опа, простите. Еще два тыквенных паука. И лучше не буду здесь рубить.
Тростник. Вот здесь одна из пещерок. Опа, пауки. Я что-то вызов и не хочу им принимать. Они слишком сильные, мне надо брони надо сделать из железа. Я что-то до сих пор не додумался сделать. Я не застал и пошел в пещеру. Да, я тоже. Факелов хватает у меня, в принципе. Здесь, я пока займусь булыжником. Здесь пусто, ничего здесь нету. Я пока булыжником займусь. Ну, займись я. Тут еще дальше. Можем. Джекамен тут есть, обалдеть. А что он делает, я что-то не помню. Не знаю, а вот здесь уже пещерка побольше. Вот здесь можно уже что-то покопать. Углем я займусь пока. Мне вот угля надо бы набрать, потому что мне надо чем-то печку свою топить. А ты как прошел туда, я не понял? Куда? В другую шахту, ты мимо меня обратно по мне проходил. Тут еще один проход. Я нашел какое-то существо с крыльями, и вокруг него разноцветные какие-то пылинки. Так, стоп, погоди, ты где? А, ты туда, да, пошел, все, нашел тебя. По факелам. Тут много монстров. О, вижу. Здесь какая-то тварь, которая излучает вот эти разноцветные хрени. Да, вот меч бы нам получше раздобыть. Вот, по-моему, это враждебный. У него 100 хп! Что-то где? Что-то мне страшно к нему подходить, если честно. Рейнбоур. А что он делает вообще? Это враждебный моб, по-моему. Опа, скелет. Ответы-ка силушки богатырской. Тут темно, тут просто темно. Ничего интересного нет. Почему два урона всего меч сносит у меня? Опа, лава. Ты нашел лаву? Источник лавы. Оба, железо. Железо это хорошо. Броню бы нам сделать железную. Всю. О, я тоже железо нашел. Ну, его тут не очень. О, еще железо, вот. Так, сюда. Оба, иди ко мне. Сейчас закопаю. Походу. Тут летучая мышь где-то есть. Чё говоришь? Чешуйница была. Летучая мышь где-то есть. Вот бы ее бы убить и получить бы способность ее летать. Вот эти звуки вот этого чудовища задолбали меня уже, если честно. Где тут летучая мышь летает? Где мышь летучая? Ну, вообще бесполезная шахта, на самом деле, какая-то. О, железо. Летучая мышь бы мне сейчас пригодилась. Да ешкин кот, я не могу сюда залезть. Я опять железо нашел. Блин, автопрыжок этот иногда раздражает. Уголь. Да, уголь. Так, а тут какой-то спуск вниз. А, это ты тут лаву нашел. Угу. Ты тут уже перекопал, я смотрю, все. Обсидиан. Ну, типа обсидиана здесь нету случайно? Надо лаву пустить. Он не ломает случайно обсидиан? Ломает. Надо лаву спустить в воду. Надо, пожалуй, уже в ад идти, а то мы такой 9-й выпуск, по-моему, снимаем, и все, и в ад не можем дойти. Попасть, точнее. Так, кто пока только камень он не делает из лавы, ну-ка. Че он не может залезть-то на него? Здесь что? А, здесь пустышка, все.
Все, можно дальше идти. Мишиша себе жилу вскрыл. Хорошее месторождение. Так, что-то обсидиана здесь нету. Железка еще и зомби на меня идет. От великой силушки супер мега моей. А, чем от зависимости частоты махания мечом урон зависит. О, и реалмит. Реалмитовая руда. Одна только. Правда всего. Так, тут пещера все глубже и глубже. Это прекрасно. Еще железка. Пригодится, пожалуй. Все это. Кто-то, короче, трещит там, по-моему. А здесь что? А, здесь... Че он запрыгнуть-то не может? А, это из-за скина. Он не может из-за шляпы этой запрыгнуть выше. А я-то думаю, почему я не могу запрыгнуть-то выше? Я не могу этим человечком влезать в высоту два блока. Давай, зомби, ничего ты мне сделать не сможешь. А вот я могу. Обалдеть, тут надо метку ставить. Тут надо срочно метку ставить. Что там такое, расскажи хоть. Тут просто тут пещера просто огромная и глубокая. Сейчас, погоди. Я ставлю здесь метку. Оп. Посмотри, что там дальше. Это вообще пипец просто. Там лавы сколько. И воды. Ой. Слышал этот звук? Да. Это кто? Это какой-то... Это, по-моему, из... Песчаный какой-то монстр, по-моему. Это из Divine RPG, я помню. А вот как он называется, не помню. А, нет, это не песчаные. Песчаные желтые, а это зеленые. А, здесь прям FPS спросил у меня. А вот смотри, он. Вот он. Ну, да, песчаная гусеница. Пещерная гусеница. А есть еще? Ты ее скинул. Да, жаль, только в воду ее не сдох. Там вода. Еще железка. Эй! О, блин, зомби-житель! Господи, это ты. Так, еще продолжается пещерка здесь. Тут еще уголь. А, здесь уже тупик. В этой пещере, чую я, алмазы можно найти будет. Высота 32, на старых версиях 12 высота нам нужна. Факела у меня заканчиваются. А, у меня же угля много, я могу сделать. Так, гнилую плоть надо выбросить. И палочек сделать. Отлично, теперь у меня факелов много, надо пожрать. А мне можешь чуть-чуть дать факелов, а то у меня вообще факелов нету. Ладно, я еще сделаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Очень спасибо. Опа. Надо придумать, как туда спуститься. Вниз? Да. Элементарный лаз, просто прыгаем. Да, только как потом обратно подниматься? Блоками. Ой, чуть не упал, блин. Оба! Тут железо есть, смотри. Есть, и тут глубина-то большая, здесь можно... О, золото. Получил сетап. Зомби где-то здесь бродит вокруг меня.
где там? Ты что, ступеньки, блин, строишь? Да. Мощно. Чтоб потом подняться можно было. Лазурит, смотри. Лазурит? Да. Лазурит пригодится, может. Так, иди ко мне, здесь кто-то укает, слышишь? Если бы я знал, где ты. А, вот, вижу, вижу, сейчас подойду. Тут где-то рядом прям. Еще кто живой, тут? Вот она, хорошая угольная. Кто тут рядом? Не знаю. Кому интересно. А, какой-то. Тоже слышу какой-то звук странный. Прикинь, какой пласт здесь есть. Ай! Чью-то незнакомую голову вижу на миникарте. Какой-то моб еще один. Опа, вон он, смотри, смотри. Ай! Блять. Крипера. Крипера я не заметил сейчас только что. Он меня чуть. Крипер чуть меня только что не убил. Опа. Мне бы сейчас бы что-нибудь такое бы... Я слышу такая... этого... Я этого монстра Аватар. Слышу. Аватар вот... называется он. Я что... И что, на... сколько у него хп? 40. Это немало. Ой-ой-ой, сколько их тут. Нет, они ко мне идут. Они идут ко мне, блин. Пожалуйста, помоги мне. Там, ай, больно, нас, больно, 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 больно. Макс, железо под тобой. Ай, больно, они... А, инвентарь не сохраняется у нас. У меня сгорели все вещи в лаве. Это не все вещи сгорели. Блять, они ко мне, они идут ко мне, они идут ко мне. Первый раз. Всё, у нас вещей нет, твою мать. Макс, правила обновляй. Тест, я тпшкаюсь, а. А, вещи сохранились у меня, и меня до сих пор они бьют. А у меня не сохранилось ничего. Но у меня что-то... Ты пошли меня обратно туда, на ту штуку? Я не могу, меня тут меня тут бьют. Одного убил, Ротара, сейчас убью второго. Блядь, вообще ничего нету, как это пусто. Ты пошкайся ко мне. О, боже мой. Но какие-то из вещей точно сгорели в лаве, я слышал по звуку это. Так, алмаз, где, алмаз. Где мои? Из него, из где них алмаз выпал? Или это ты алмаз вот нашел? Хз. Так, ну кожа, это, по-моему, у тебя было. Железка у тебя было. Это было мое. Ура. Че, я все нашел, да? По-моему, да, все мое, вот оно. Алмазик, я так понимаю, из них это выпал алмаз. Maybe. Кожа не нужна. Maybe. Ну ладно, я уже думал, все вещи сгорели нафиг. Мы нашли алмазик, как минимум в сумеречный лес мы уже можем попасть. И реалмита... А, вот она. Я уже думал, реалмитовая кирка сгорела в лаве. Эх, боже мой. Боже, да. Надо много мне. Наконец-то меня убили в первый раз. Пусть взрывается, зараза. Ай, блин. А, еду же я из раскладки убрал. Зачем-то непонятно. Еда, еда, землю... еда. Нет, мне булыжника надо. Оба, редстоун. Редстоун, да, только надо заложить, да, здесь это. Только для здесь надо. Закладывать? Зачем закладывать? Письме? Чтоб пройти можно было тут. Зачем пройти? За редстоуном и золотом. А, ты уже проход сделал. Да. Только где? Я что-то не вижу где-то. А, вот. Я с другой стороны где-то обошел. Не знаю, будешь ли ты собирать золотом. О, реалмит, это хорошо. Из реалмита, кстати, можно крутую броню сделать. О, железо, Макс, железо. Сейчас, погоди, лава утихнет. Да. Обсидиан, смотри, обсидиан. О, обсидиан, обсидиан, это нам пригодится. Так, сейчас как, я собираю железо, ты уголь. О, изумруд.
Нужен ли нам изумруд, я не знаю. Пусть будет. Железка собирай, а я попробую. Ты обсидианом займись. О, еще реалмит, я должен к нему подобраться. Где? А вон. Реалмит — это руда очень ценная. 7 штучек у меня руды этой. Надо заткнуть сейчас воду. Я... А, блин, она слишком глубоко. Слишком Макс, высоко. Я стенку просто отстрою сейчас, подожди. Сейчас стену отстрою. Да, сейчас и стену сделаю нам. Так, все, сейчас воду перекрою, подожди. Готово. Все готово. Готово. Вода, все, вода перекрыта. Он точно сломает обсидиан? Да. Первый блок есть. Ай, блин, тут лава. Второй есть. Где-то подо мной прям пласт лавы, по-моему. Ай, блин. А, будь здоров. Ай-яй-яй, горю. Ой, какой ужас, только не сгорай, пожалуйста. Это мне не надо. А ты keep inventory поставь хоть. Я... Так мы вставили, это не сработало. Не работает. Разве? Ааа, ничего, как крипер в зомби лопнул. Сколько нам надо блоков обсидиана, говоришь? Ну, для... Так, три на зачарку и... Для портала в ад, по-моему, надо 14 блоков. Нет, 10. А, ну как минимум 10, да. Я могу сказать, стоит, тебе придется 100 блоков откапывать, чтобы портал отстроить огроменный такой. Засыпай чем-нибудь лаву эту всю оставшуюся. Жаль, нет, жаль, ведра не было, нету у нас с собой железного. Можно было бы ведром взять воды, да, и затушить лаву всю нафиг. Так, ну у меня 10 этих есть обсидианов. У меня 2. Папа, на. Ой, крипер! К тебе идет. Где? Не видел ничего. Вреду, вот прям к тебе подошел и взорвался. Да, я знаю. А, вот. Покопай еще этого. Опа, ротары. Я не пойду туда. Ой, ротары, да. Они слишком опасные. Накопай этого еще обсидиана, или я накопаю. У меня только 9 штучек просто есть. Эй! Ну ладно, сам копай. А я дальше пока пойду. Опять всё. Ротар рядом тут где-то. Ну все, у меня есть 10 обсидиан, у тебя сколько? 3? Да. Все, значит, у меня на портал у тебя на зачарку есть. Только бы меня не убили рядом с этой водой, иначе все вещи скатятся в лаву. А что, у меня опять места нет? Короче, нет, туда не пойду, там и глубиночки-то нету дальше. Так, ладно, все, пойдем, наверное, домой. Ну ты пока иди, я еще тут посмотрю, может, что интересное тут есть. Я сейчас угля чуть-чуть докопаю и все, и домой. А хотя как ты без меня домой-то попадешь? Я метку поставил. А, ты уже поставил, отлично. Всё. О, еще уголь. Железка. Где выход-то вообще? А, мы же спустились. Ну вообще на 12, на 10 высоте вообще эти больше спустили. Да, не очень глубоко мы пока. Так мы почти на нуле, блин, Макс. Так, песчаная вот кузница рядом. Минусовая координата есть. Блин, чё, уголь... Блин, нафиг соберу ещё угля. Уголь важнее виниловой плоти будет. В разы. Реалмита жаль немного. Так, ну что, я в домик копаюсь. Тут какая-то руда.
тут и ротар, и летучая мышь здесь. Вот бы летучую мышь поймать. Поймать хоть и не дает. Да тут, тут это будет непросто. Тут ротар и песчаная гусеница внизу. А, еще и крипер. Так, ладно. Не, вот такой звук от него был. Так, что у нас здесь осталось? Это золото. Не знаю, нужно ли его собирать. На всякий случай соберу. Что-то ты у нас любитель золота, по-моему, немного. Не знаю, не знаю. Ну, золото, потому что оно нам понадобится. Так, вот почему я его собираю. Потому что оно нам надо. Так, я, короче, это портал в ад тогда построю, ладно? И... Не против, если я возле твоего дома построю? Ну, не, возле моего дома не надо. Почему? Подальше где-нибудь построю. Я вообще хотел в подвале у себя сделать портал в ад. А, ну ладно. Ладно, видимо, потом... Ладно, сделай пока временно, потом я его перетащу в подвал. Ладно, временно. Когда буду его делать. Ты сам разрешил. А это что еще за блоки? А, это темно, потому что... А это что за руда такая? Какая-то зеленая руда и с текстурой реалмитовой руды. А, я не могу подобрать, у меня еще слишком много. Портал построен. Стрелы не нужны мне. А реалмитовая руда. А реалмитовая руда. О, я нашел данж. О, данж. Ой, блин, и только тут скелетов много. Горите, горите, скелеты, пожалуйста. Горите в воду, да. Ой, они друг друга убивают, скелеты. Ай, блин. Я же сейчас подохну. Ай, нет! Блин, Макс! У меня сгорели вещи в лаве, я упал прямо в лаву. Боже ты, как так-то? Я же сейчас тпшнусь на ЛСДС и... Ой. Прикинь, а я горю все еще. Только у меня хп не снимается. Эй. Ну тут какие-то вещи остались, конечно, но большая часть сгорела в лаве. Сгорела. А, нет, это не все. Но... Нет, не большая часть. Большая часть осталась на месте. Так, надо остановить вторжение скелетов. Ох ты. А все, урожай больше не растет. Фу. Кай. Блин, а золотое яблоко тут есть. И тут есть золотое яблоко, и больше ничего полезного здесь нет. Я вот больше всего опасался, что это произойдет. Ладно. Все-таки повезло, вещи в лаве не сгорели. Ну что-то сгорело, конечно, вроде. Да ты везучка. Везучий чел. Надо, короче, булыжника еще накапывать. Срочно, блядь. Уже почти 40 минут, кстати, серия идет. Ну, завершаем. Где-то еще было. А, у меня уже больше стака, короче, железа. Нифига, да ты мощный. Посмотрим, что тут дальше. Так, кактусы, где кактусы? Это уголь. А уголь мне не нужен уже. Я его до хрена просто. Крафтить еще одну печку. Что, печку? Еще одну печку крафтить буду, значит, сейчас. Боже. Не хватает вообще мощностей, блин. Ты бы знал так. Летучая мышь. Надо убить ее. Нет, летучая мышь. Ай, ротар. Нет, больно в ноге. Так, из камня полублок надо нарезать теперь. Как ее поймать тяжело. О, отлично, я убил летучую мышь. А еще я какую-то еще новую руду нашел. Мощно. Она называется рупиевая руда. Какая? Рупиевая, синяя какая-то руда. Рупий.
Она так называется в честь твоего синего друга. Который всегда синий, да? Наверное. А, да блин, где коблин? Я сейчас его не понял вообще, прикола. Это коблин прям здесь. Блин, а склад-то плохо освещается, я тебе хочу сказать. Придется, значит, доделать освещение так. Между сундуков я буду ПВП получше ставить везде. Вот здесь много лавы и обсидиана. А, тут ты есть, тут дом? Есть реалмит, но чтобы мне его взять, мне придется заткнуть лаву. Ну закрой лаву, кто тебе мешает. Тебе это что-то не запрещает, по-моему. Конечно, нет. Ура, зеленый краситель, так. А, тут дальше тупик. По-моему, я даже помню, как крафтить эти стекла. По-моему. О, тут много реалмитовой руды. А, ну как не много? Помню, не как сильно, там много. 8 штук. Блин, я не помню, как крафтятся они. Цветные стекла, что ли? Да не цветные стекла, а стекла для этой теплицы драной. Не могу вспомнить просто, как они крафтятся. Что, есть отдельные стекла для теплицы? Да, Макс, есть такие. Не поверишь. У нас же сезон года другой, блин, ё-моё. Ты скоро вернешься из шахты? Тут песчаная гусеница. Да я хочу еще тут посмотреть, что есть. Может, тут алмазы где-нибудь будут. Так, песчаная гусеница ко мне идет. Отлично. Убил песчаную гусеницу. Так, вот в этом месте меня не должны убивать. Иначе моим вещам точно всем кирдык придет. А, мы здесь были, мы тут обсидиан копали. Ну вот, ты уже скоро будешь. Ладно, возвращаюсь домой, мне похоже больше делать тут нечего. Так. О, я нашел гайд в интернете на это стекло. Короче, сейчас будем крафтить по гайду. Да. Мы добыли. Что, спать, может? А, с этих ротаров действительно выпадают алмазы. Я еще два алмаза нахапал себе. Че, сколько алмазов есть у нас? Три. Похоже, с этих ротаров они выпадают. И потому что я еще одного железо, убил. Точно. Алмазики. Так, у тебя все сундуки уже забиты. Ладно, предлагаю закончить на этом серию. Вот серия про большую пещеру сегодня у нас была. Вот еще два обалдеть. Сундука я тебе поставлю. Шикарно. Так что всем спасибо за просмотр. С вас и Косписо за меня эпичный. С нас эпичный видос. Подписывайтесь на стримский канал, логовый канал, Струбади в ВКонтакте. И всем пока. Пока.